боги, мне все ближе, и меня не догнать. В мастерскую, там они не найдут. Через мой труп, суки или дети, вам не разгадать секретов мастера Балтимора. Еще капельку. Красиво ж ты, госпожа, как эльфка. Поди же, добрый молодец, покувыркаемся. Вот это да! А ведь хотел в кости поиграть. И их тоже зови, будет забава. Сехмеон, таль аиста импедон, иллюрен мех иллюриен, таридаен маон, йоль даумас. Да, ты прекрасна, моя королева, моя пани, ты великолепна, все гнездо завидует тебе. Я не мешаю? Все-таки возьми это перо, мне оно не нужно. Спасибо, дякую, мне тоже. Ты хотел сказать, оно не нужно этому коллекционеру? Да-да, ему. Интересно, зачем может понадобиться такое точное число перьев? Ну, может, у коллекционера остались пустые страницы в альбоме для перьев. И что? Это же очень недобро. Похоже, я ничего не понимаю в коллекциях. А что, для этого времени погода хорошая. Факт. Обычно бывает холоднее. Маги, должно быть, сделали потеплее. Да, да, они все экспериментируют, изменяют мир. Ничьим добрым это не кончится. Даже думать об этом не хочу. Говорят, человечья баба едва к мужику подсядет, так у нее уже брюхо вздувает. Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч и 25-я часть ностальгического видеопрохождения. Игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». Ладно, давайте Геральту вернем нормальный вид. Ну, это, конечно, здорово. Этот трофей получше будет. Так, нам нужно найти... В этой дыре... Дом Балтимора. Крестьяне больше... Я вспоминаю все больше и больше. Пока это только небольшие фрагменты, но они понемногу складываются в единое целое. Что ты вспомнил? Путешествие. Нескончаемый поход на юг. Я шел за Йеннифер, за дикой охотой.
Не помню, долго ли. Было холодно. В деревнях, которые я проходил по дороге, жили только старики и старухи. Они не говорили, что стало с молодыми, с детьми. Я прижал одного старика, и он начал твердить что-то о волках, о гнильцах и утопцах. И никто не хотел говорить о дикой охоте. Ты догнал всадников? Не знаю. Что ты будешь делать? Искать дальше. Ты говорил, что существуют эльфские поэмы о дикой охоте. Я говорил, что они могут существовать. Причем старые, если сохранились. Я их не знаю. Ну, попробуй поискать. Вдруг найдешь что-то стоящее. Вместе с воспоминаниями ко мне возвращаются прежние чувства. Я знаю, что Йеннифер жива, и однажды я найду ее. Трис? Йеннифер? Ой, ну и жизнь у тебя. Во-первых, я не уверен, что Йеннифер жива. Во-вторых, я понятия не имею, жива ли Трис. Факт. Вроде у тебя их две, а на деле ни одной. Они так просто не сдадутся. Они живы. Как только разберусь с убийцей, я найду Трис. А Йеннифер? Не знаю. Сначала я должен с ней встретиться. Точняк. Я заметил, что Йорвит изменился. Потому что здесь все меняются. Конечно, кроме тебя. Не нравятся мне такие изменения. Я в них не верю. Я в него верил. До тех самых пор, пока он не собрался и не слинял под каким-то мутным предлогом. Подкрепление нам не помешает. Ты веришь, что он вернется? Время покажет. Да-да. Но ты-то что думаешь? Я не гадалка. Разговоры с тобой очень содержательны. Не бойся его. Они считают. Может, хоть тогда они не побегут. Ну и для тех, кто не в курсе, откуда мы узнали про битву под Бреной, но если кто не читал книжки, вот с Ярпином нужно поговорить, ты помнишь битву под Бреной, и он расскажет, как были войска расположены. Ну, для того, чтобы символ... Слуга покорный. Хватит курить, зараза, блин. Для того, чтобы символ ненависти достать. Ну, знамя бурых оруги, которое мы уже, блин, достали. Итак, давайте сейчас глянем на карту. Нам, в принципе, здесь ничего не должно показано быть. Но дом... вот здесь он должен быть. Вот, наверху. Давайте попробуем. Смеркалось. Надеюсь, что мы идем правильно. Или нет? Геральт сам должен сказать. Честно говоря, я не помню просто. Там один из краснолюдов должен нас встретить рядом с ним, по-моему. Застенчиво ограбили очередную халупу какую-то. Так, а может быть и не здесь. Так, к Филиппе мы не пойдем. Давайте сбегаем сюда. Это не хотят нам показывать дом его. Блин. Может, рядом с домом Сесили Бурдона? Хрен его знает. Вот, да, здесь. Это мастерская. Это и краснолюды. С этим надо. С Тараком говорить. Приветствую тебя, ведьмак, в этих скромных стенах.
Я ищу краснолюда, который жил в этом доме. Его звали Балтимор. Мастер Балтимор пропал некоторое время назад. Чем занимался мастер Балтимор? Он был нашим кузнецом магических рун. Лучшего мастера мир не видывал. С тех пор, как он сгинул, много воды в Понтере утекло. Но ни я, ни мои ученики так и не смогли повторить все руны, которые он ковал. Кто живет в его доме? Новым кузнецом рун стал верный ученик Балтимора. Твой почтенный слуга. Дом перешел ко мне вместе с правом продолжать дело великого мастера. А куда ведут эти трухлявые двери? Это вход в старую мастерскую Балтимора. Можно туда заглянуть? Конечно, но там только хлам и паутина. Я снова при... У меня есть... Ну так... Давайте посмотрим, чем он торгует. Значит, короткий эдельский меч, красный эдельский меч, стальной. 19-28, ну не такой уж он хороший, а легкий. Какая хрен разница, легкий, нелегкий. Ладно. Рунами торгуют, различными. Руны из Изгита, улучшение меча, кровотечение. Ловушка для гарпи, которая нам теперь уже не понадобится. А, вот серебряная рудовина еще торгует, гаденыш. Так, секундочку. Крепкий ведьмачий серебряный меч. Чертеж отличный. Блин. Красный метеоритный у нас уже есть, да? Подождите. А, крепкий. 24. Голубая метеоритная руда, чертеж. Ну, в принципе, нам это не надо. Что у него еще здесь есть? Ну, примерно то же самое, что у обычного кузнеца. Давайте. Зайдем сюда. Все очень просто. Здесь фальш-стена есть. Мы сейчас ее долбанем. Да, все в паутине. Все, блин, позаброшено, позабыто. Железная и серебряная руда. Блин, железок набрали. Вот она, фальш-стена, да? Так, секунду. Ну вот это компот железной руды, как грязи. По большому счету, ладно, хрен с ним. Знак арт применяем на этой стене. Есть. И находим скрытую комнату. Кстати, за камином. Так, записки Балтимора и ключ Балтимора. Помните, мы не могли в катакомбах найти. Вернее, открыть сундук рунический. Записки Балтимора. Заметки Балтимора. Поиск свой начни с колодца, там, где эхо отзовется. 10 раз шагни к реке, слева цель невдалеке. 20 небольших шагов сквозь ворота облаков. Выйди там, где дремлет жить и перекрестков покровитель. Осмотри пути бесстрастно, знай, на среднем безопасно. Заплутать нельзя никак, поведет Ингранда знак. Коли выбрал правый путь, встретить деву не забудь. Тень утопленницы бедной в полдень станет стрелкой верной. Ну, то есть, переводя с замороченного на человеческий... Значит, начинаем с сожженной деревеньки, потом идем через старые ворота, через которые мы шли к каменоломне. Доходим до перекрестка, где деревянные, помните, там столбик такой стоял, типа вехи. Идем по средней дорожке, и средняя дорожка ведет нас как раз в катакомбы к горгульям, да, гарпиям. Не доходя до нее, находим сундук, в сундуке находим еще один ключ. После этого идем в сторону троллей, где они там были. Но не доходим до них, а идем, вернее, доходим, но идем в сторону второго затопленного корабля.
И там, я вам уже показал, дверь, которая ведет секретное, как бы, логово Балтимора. Значит, ну здесь можно по-разному поступить. Можно сказать этому его ученику, что мы что-то нашли. А можно ничего не говорить, мы ничего не скажем. Мы его грохнем, потому что они убили, под его, по его команде убили его учителя. Я намерен их грохнуть. Я слышал какой-то шум, ведьмак. Все в порядке? Мыши расшевелились. Да так, ничего особенного. Ты нашел что-нибудь? Нет, я ничего не нашел, ничего интересного. Тут ничего нет. Несчастный Балтимор перед смертью помешался рассудком и, видно, уничтожил все свои записи. Почему ты так уверен, что он умер? Тело же не нашли. Может быть, он просто уехал? Само собой. Но если он уехал, то для нас он все равно, что умер. Уважающий себя краснолюд не оставит своих близких. А скажи, почему тебя так интересует Балтимор? Слишком до хрена вопросов задает. Да так, просто любопытствую. Любопытство бывает опасным. Многих оно сбило с верного пути. Ты угроза? Ты мне угрожаешь? Наоборот. Я только предостерегаю. До свидания. Так, ну, по-моему, не все вопросы ему задали, но стопы. Я снова при... У меня есть пара... Ну так... О, вот. Тебе недавно не заказывали кубок? Мне, бывает, заказывают посуду. А в чем, собственно, дело? Кубок для Саски. Твоя работа? Это паскудное ведро? Не оскорбляй меня. Того, кто его сделал, надо высечь на конюшне. Надеюсь, в следующий раз Саския закажет посуду у меня. Если она когда-нибудь еще что-нибудь закажет. Ну, достаточно интересно. То есть мы все равно ни хрена так и не приблизились к разгадке. Вот, вот этого и у стен есть уши. Так. Ну, то есть, по большому счету, можно еще и кузнеца расспросить. Как бы. Кто еще мог сделать кубок, да? Согласитесь. Я, честно говоря, не знаю. Ну, давайте, Царок, расскажи мне что-нибудь. Посмотри. Нет. Видите, тоже ничего не говорит он нам. Странно, блин. По идее, можно тут бегать и у всех расспрашивать, но, как вы сами понимаете, тут у нас выбор, блин, невеликий. Потому что игра сама даст подсказку, то есть в виде такого вопроса, который будет желтеньким подсвечен. То есть это один какой-то основной вопрос. Вот... Так, этого сейчас нету, да, дурачка, который нам ловушки продавал. Ну и ладно. То есть давайте отсюда выбираться. Никто нам не мешает с утреца пройтись и поспрашивать там кого-то. Странный торговец нам все равно ничего не расскажет. Он так бесплатное приложение ставит. Смотри, не выделывайся. Как ты достал, блин. Нехрен уделываться. Давайте скинем железную руду в наш сундук. Правда, это крюк небольшой, но да ладно. Ничего страшного. И да, вот мы в прошлый раз получили меч парламентера. Я его, по-моему, уже загнал, да? О, кажется. Да. Меч парламентер падает с... королевы гарпий. Так у нее уже брюхо вздувается. Вот как бы, если бы вы никаких мечей там не делали, лучше стального меча не находили, то парламентер самое оно.
Где железная руда, блин? Так, сукно. Все сукно. Вся железная руда тут даже. Более-менее, да? Стоп, стопы. Я еще хотел посмотреть, что у нас тут. Так, волк нужно сделать нам. Спецатаки. Нам этого хватит. И, в принципе, можно хоть ночью отправляться, не имеет абсолютно никакого значения. Днем, может, и поприятнее, но... Не бойся его! В этой деревне... Здравствуй, мастер! Махолька, не поделишься, бородатый. Сейчас опять не выделывайся, нет? Смотри, сука, как ты достал, а? Так хочется повыделываться чуть-чуть, просто, блин. Так, это оружие. Подожди, а это там? Девка что ставит? Кого ждет? Мрачный титан одиночества, что ли? Да ладно, вы тут размножаетесь, что ли? Девки, эй. Дурик. Да, понятно. Жена пришла за мужем, а это твоя сестра. Чем мы с вами идем? Сначала в сожженную деревеньку, потом так картеч. Так, картеч мы уже не можем сделать, смотрите. И что у нас не хватает? С глазки и раны делать, да вы что издеваетесь? Кровь Фальки нам понадобится. А потом просто к сундуку можно идти, который находится в этих разработках старых. Мы так и идем по подсказкам Балтимора. Так, музончик уже такой пошел. Недобрый. В нем, кстати, такого музона нет. Можно еще побаловаться, вот выманить рыцарей вот этих вот уродов. Здесь постоять. Они могут вылезти, кстати. Ладно, не будем затягивать прохождение. Просто этот загранотряд, он сразу начинает нервно реагировать и фигачит этих рыцарей, почем зря. Звуковые эффекты очень хорошие, когда вот между скалами находишься. Здесь ветер так продувает аж. Итак, мы пришли, вот эта вот деревянная хрень нам подсказывает, что средняя дорога безопасна. Блин, гарпи все там летают, посмотри. Так, а этот, Элтон, ты как там? К твоим услугам. Да, уже. Приоделся уже, а зря. Гнезда мы их, конечно, уничтожили, но не факт, что они на нас не нападут. На всякий пожарный меч. Квин. Опять эта комета зловещая. Похоже, никто не нападет. Как мне... Магия или опасность? Магия. Как мне не хватает утопцев из первой части. Просто пипец. Они там везде были фактически. Так, вот сюда. И... открываем. Да. Рунический ключ берем. Так, повернуть направо, если верить записке Балтимора. Ну, вообще-то да.
Направо имеется в виду от деревянного идола, который стоит на перепутье. Возьмем металлический меч. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, блин. А, медальон о чем-то предупреждает. Да, 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 предупреждает, что там камень этот рунический, вот этот вот. Который на записке говорился, он просто показывает на то место, куда надо идти, к сундуку. Так, надо волка филин принять, что мы собираемся драться. Они нам помогут. И имеется в виду пойти направо. Смотрим по карте. На карте должно быть нарисовано, что мы идем вот, в сторону утопленницы. Того самого кораблика. Через ущелье троллей. Тролли спят. Нормально. На обратном пути с ними поздороваемся. Ух, ёп. Грилец, накер, блин. Накер? Факер. Офигеть, накеры, блин, откуда-то взялись. Ребята, вы чё? Совсем попутали, да? Чё-то, блин. Забыл, что они здесь появляются. Так. Да нам похрен. Давайте добудем парочку, троечку. Костей. Уё. Хотя мы, видите, с первого удара херачим. Ой-ой-ой. Правда, нам тоже по спине достается. От больших и толстых. Фу, блин. Да. Че вы здесь делаете, а? Че это вы здесь делаете? Лафа уже для вас давным-давно закончилась. С крутой меч. Как он, блин, кстати, называется? Все попутал, блин. А, крепкий меч из долблатана. Это что там за башня такая? До нее добраться невозможно. Чисто так. Ради хохмы, наверное, сделали. Так, вот эта вот бедная утопленница. А вот там дверь. Берем меч из долблатаны. И пьем эликсиры. Давайте вот тогда грач все-таки. Ласточка. И филин. Арт, отлично, пошли. За нами тут, оказывается, следили. Если вы не в курсе. Вот он. Та самая секретная мастерская. Так, если мы подойдем туда, сразу эти ребята появятся. Так, масло. Ну, масло нам не слишком уж и нужно-то. Не помню, здесь какие-нибудь книги были. Хотя у него здесь книги есть, но мы взять их не можем. Вот, смотрите, сейчас. Нет, там какие-то. И здесь, видите, бобровая шапка. Это шапка бурой хоругви. Записки Балтимора, чистотел, железная руда. Значит, бобровая шапка, опять же, если вы еще не выполнили задание «Символ ненависти», она вам поможет. Один вопрос вам неправильно... Неправильный ответ на вопрос вам призрак простит. Я знал, что ты от меня что-то скрываешь, ведьмак. Не я один. В записках Балтимора я прочел, что мастер вернется даже из могилы, чтобы с тобой посчитаться.
Никто не возвращается оттуда, куда мы его послали. Ты только что признался в убийстве. Ты не извлечешь пользы из того, что узнал. Что ты извлекал? Взять его, ребята! Честно говоря... О, критический удар сработал. И они, суки, защищаются, но... Против Ведьмака-то, блядь. Падла. Так, теперь ты. Тарак, он сильный, сучок. На. Ну иди сюда. Ах ты, сука. Вот это у него удар хорош получился. Все. Ну теперь надо к Сесилию обратиться. Так, ключ тарака. Голубая метеоритная руда, красная метеоритная руда, желтая метеоритная руда. Чертеж доспехи ворона. Мы сами чертеж доспехи ворона нашли. Прикольно, хотя они нам нахрен не нужны. Мы уже его сами доспехи ворона уже продали давным-давно. Но чертеж есть. И ключ, давайте посмотрим, что там за долбанный ключ. Ключ тарака. Что делает? По-польски. Ключ. Приздимут краснолюдские работы. Что открывается в здание, что ли? Ну ладно, не важно. Все. Сесилю. У Сесилю нужно бабло взять за королеву гарпий, за гарпий. И сказать, что вот тарака грохнули фальшивцы. Да, и здесь просто так не пройдешь. Без фильки так точно. Ну, запомнили место, я надеюсь, да? Фу, ворона, вы меня, сука, напугали. Реально такой скрип Кабистана, блин. Я думал, там дверь какая-то открылась, а нет. Это был глюк. Сюда. Офигеть, блин. Никаких страшилок не надо. Тут уже, блин, очку на минус. Плюс еще музыкальное сопровождение, звуковое сопровождение. Оно так предполагает, что здесь опасность где-то рядом. Там за поворотом. Там-там-тарам. Ну что, поболтаем с этим? Или они там нормально спят? Давайте, тролля. Какая двены горькие. Нехорошие. А, красавчик. Это его троллиха? Занятая. Оставь. Тихо. Понятно. Я глупый, а знаю. Любовь хорошо. Думаю, не мешай. Чему она там думает? Какая двены горькие. Нехорошие. Ладно. Спите, спокойной ночи. Ну, блин. Итак, в принципе, мы, конечно, не выяснили с вами, к сожалению, кто траванул Саске. Но я вам уже говорил, что ее отравил Альшан при попустительстве принца Пениса. Тьфу, Стеннис. Так что, по идее, наверное, как-то можно найти. Слушайте, вы хоть уже толпой, вы в туалет, что ли, толпой ходите в кустике? Я с вас фигею, дорогая редакция. Ну, нам это уже как бы не принципиально, по большому счету. Станиса мы живым оставили. Исключительно из государственных вопросов. Вопросов политики. Потому что если бы его казнили, то большая часть лояльных дворян Айдирна, они бы не стали бы на сторону Саски. Пойдемте сейчас сиськи расскажем Сесилю.
все, что знаем. Потом, ну, я не знаю, будем пробовать, как вы считаете, найти еще одного свидетеля. Я вполне предполагаю, что можно кого-то найти, хотя все уже практически указывает на то, что Стеннис виноват. Так, к Сесиле сюда. Для начала мы ограбим мастерскую Тарака. Как вы насчет этого смотрите? Я положительно. Наверняка здесь ни хрена нету. А, нет, что-то крепкие. Ага. Сухофрукты, расписка Альша. Опа. Чертеж, крепкий меч, серебряный. Так. Чего? Заперто. Сказать. Стопы. Так, ты чё? Монстром или ведьмака описание. Отлично. Записка Альшана, меня это интересует. Расписка Альшана. Подтверждение доставки. Заказанный товар получил. Согласно договору, пересылаю первую часть условленной платы. Однако знай, что украшение ты выполнил небрежно, и вся вещица выглядит топорно. Если товар послужит моим целям, вторую часть вознаграждения получишь после окончания совета. Альшан. Все-таки Тарак нам соврал. Это он сделал эту хрень. То есть, понятно все. Ну так, монстром или ведьмака описание. Несмотря на долгое знакомство с Геральтом, об этом таинственном братстве или гильдии я знаю не больше, чем написано в ученых книгах. Кроме того, я связан с необходимостью хранить тайны. По-моему, мы это уже читали. Посему напишу на эту тему ровно столько, сколько необходимо. Некогда столь же многочисленные, как и бестии, с которыми они сражались, сейчас ведьмаки воспринимаются как релит минувших времен. Подробности их обучения остаются неизвестными. Известно, что в основе его... В числе прочего лежат испытания, процессы, перестраивающие организм при помощи строго определенной комбинации таинственных отваров. Те, кто выживает после испытаний, получают нечеловеческие рефлексы, скорость, способность видеть в темноте и ряд других качеств, которые делают их смертельно опасными в сражении. Во время подготовки они изучают фехтование на мечах и основы использования магии, известные как знаки. Оснащенные всеми этими умениями, ведьмаки могут успешно заниматься своим ремеслом, коим является защита людей от чудовищ, населяющих наш мир. Так, ну вот по поводу этой расписки, понимаете, мы Тарака убрали, но мы расписку бы не получили, если бы мы его не грохнули. Так, так, давайте посмотрим. Стен есть уши, что скажет. Так. Нифига, это надо говорить с жителями Верлена. Полюбасу. С ничего уже больше не сможем надыбить. Ладно. Не будем, наверное, все-таки заморачиваться. Так уже все решили. Так, где там Сесиль-то у нас? Здесь, по-моему, живет, да? Спит паршивец. Так, мы его полностью обворовали, да? Больше ничего нету. Хотя нет, простое жерелье, лохмотья, арена. Лохмотья-то зачем взяли? Продадим. Похрен. Стопы. Что там, кожа, оружие. Давайте поговорим с ним. Я пришел за платой. Работа сделана. Ты убил их королеву. Тогда все по чести. Деньги твои. Стоп. Вы хотели избавиться от гарпий. Это точно. Гнилье летучее. Я уничтожил их гнезда. Они не скоро вернутся. Вот такой подход мне нравится. Ты заслужил награду. Клянусь всеми херами великих богов. Это ж записки мастера Балтимора.
Откуда ты их выудил? Я нашел его тайник недалеко от логова троллей. Кроме того, ваш новый мастер рун, Торок, приказал долго жить. Он покинул этот мир вместе с двумя учениками. Что ты несешь? Как это случилось? Торок убил Балтимора. Записки, которые я тебе отдал, это подтверждают. Спасибо, ведьмак. Вот тебе награда за труд. Здесь немного. Мне еще понадобятся средства на то, чтобы назначить нового мастера рун и снабдить его всем необходимым. Ладно, отлично. Кошмар Балтимора. Ну, я не знаю. Вопрос жизни и смерти мы сейчас можем решить по-любому. Стен есть уши, там все равно ничего не будет. Кадвинский лагерь. Кадвинский военный лагерь уже издалека приветствовал нас характерной для всех подобных лагерей симфонии звуков. Команда офицеров и крики сержантов, которые доводили до сведения солдат, чем занимались матери этих солдат и почему за это так мало брали. Ветераны ругались, новобранцы плевались, девки смеялись, кони ржали, собаки лаяли. Праздник слуха дополнялся пиршеством обоняния, а вонь нескольких тысяч мужчин, которые считают караул в дождь за нормальную ванну, гармонично сочеталась с запахом вареной капусты, онучей и конюшен. А по сравнению с ароматом, который ветер доносил до нас со стороны нужников в жаркие дни, запах логова Кейрана напоминает что-то похожее на цветущий лук. Обоз. Как придаток к огромному лагерю солдат Хенцельта, тут же за частоколом расположился обозный лагерь. В нем укрылся весь следующий за армией сброд. Ремесленники, проститутки, торговцы, воры и бродяги. Решение направить синие полоски на посту именно сюда было для Вернона Роше словно щелчком по носу. Впрочем, специальный отряд предпочитал общество бродяг и мерзавцев в компании солдафонов с единорогом на груди. Ущелье. Между городом Верген и лагерем короля Хенцельта тянулись лесистые ущелья. В низинах гнездились самые разные чудовища, включая троллей. Словом, место это было совсем небезопасным. Однако шедший по ущельям путник так или иначе укрывался от посторонних глаз, чем, как вы убедитесь, и воспользовался Геральт. Шахта Вергена. Говорят, что в этих шахтах росли невиданные нигде на поверхности растения, в том числе и то, которое требовалось, чтобы приготовить противоядие для Саски. Окрестности Вергена были буквально изрыты многочисленными шахтами и штольнями. Одни из них уже давно не использовались, некоторые были закрыты совсем недавно. Я не эксперт в горном деле, а краснолюды в этих вопросах умеют быть на редкость скрытными и неразговорчивыми. Однако из их намеков у меня возник образ погруженных во мрак пещер, коридоров и выработок, когда-то приносивших Вергену славу, а теперь покинутых. Их все чаще навещали опасные существа. Такое описание никоим образом не располагало к подробному исследованию этой местности. Верген. Это маленькое поселение на севере Аэдирна основали краснолюды, которые начали добывать руду среди окрестных гор. Каменные здания вырубали прямо в скалах, что придало архитектуре Вергена неповторимый стиль. Городок лежал на важном торговом пути. Через него проходила одна из дорог, идущих вглубь страны. В окрестностях также пробовали селиться люди, но войны в долине Понтера привели к тому, что от большинства этих деревушек остались одни пепелища. Когда мы прибыли в Верген, кроме его жителей, в основном краснолюдов, в городе находилась еще масса людей. Стоявшие там лагерем айдернская знать и крестьяне, повстанцы из отрядов Саски, глядели друг на друга из-под лобья, и все собравшиеся вместе недоверчиво посматривали на Йорвита и его Скайтаели. Те же с присущим эльфам надменностью старались держаться в своем кругу. На самом деле, если бы не стоявшие поблизости войска Хенцельта, весь этот сброд цепился бы друг к другу в горло. Поле битвы. Место, в котором несколько лет назад разыгралась кровавая битва, закончившаяся магическим катаклизмом местного значения, в солнечный день не выделялось ничем особенным. Скалистые ущелья выходили на равнину, изрытую глубокими бороздами и воронками от снарядов катапульта и магических взрывов, устроенных саблиной Глевисик. Высокая рыжая трава уже начинала затягивать ржавые железо панцирей и пожелтевшие кости павших. Но когда вступило в силу проклятие, часть поля охватила призрачная мгла, внутри которой гасло, как в кошмарном сне, солнце, а бесплодные души без конца повторяли битву, в которой им пришлось пасть. Вот так вот. Так, ну, здесь Седрик, Гарвена, вот, в принципе, все те... Охренеть, да? Действующие лица.
основные действующие лица, с которыми мы встретились, ну и не основные тоже. А представляете, в третьей части что будет? Ага, о, могучий Нома. Помню этого гада. Дурак. Балтимор. Суккуб. Ладушки. И нам еще до следующей. Блин. Наверное, со следующим квестом справимся и новый левел получим, я надеюсь. Так, стопы. И это была 25-я часть ностальгического видеопрохождения игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». С вами был Гараныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.